Отопительный сезон подходит к концу. В целом он прошел штатно, без крупных технологических нарушений. Пришла пора обсудить планы предстоящей ремонтной кампании. В ульяновском филиале Т-Плюс прошла встреча с главой города Александром Балдакиным и главами районов. Обсудили план ремонтных работ и оповещение о них граждан. Наши работы связаны с ограничениями перемещения граждан, автомобильного транспорта. Поэтому согласуем сроки, и расскажем о наших планах и мероприятиях, которые будут проведены в эти ближайшие 5 месяцев. Гидравлические испытания в Ульяновске пройдут в период с 6 мая по 25 августа на 46 секционируемых участках. Благодаря использованию мобильных опрессовочных комплексов удастся сократить срок отключения горячей воды с 14 до 5 дней. Такой срок не создаст большого дискомфорта жителям. Мы собрались сегодня еще для того, чтобы узнать точное понимание, когда, в какие сроки будет выполняться ремонт работ, для того, чтобы проинформировать жителей, где, на каких участках будут перекрыты проезды, тротуары, в каких объемах и где, на каких участках будет произведена замена трубопроводов. В этом году запланирована работа и во всех районах города. Энергетики планируют переложить 10 километров трубопровода. В программу вошли магистрали на улицах Камышинской, Промышленной, Пушкарева, Артема, Маяковского 12 сентября. Продолжится замена внутриквартальных теплосетей на Автозаводской и Лихачева. Кроме того, построят новый трубопровод для подключения к сети микрорайона Юго-Запад. На участке проложат трубу длиной в 1,5 километра и диаметром 400 миллиметров. Кирилл Савосин, Олег Тоньшин, Управда ТВ.